Мастер спорта международного класса по легкой атлетике якутянка Сардана Трофимова встретилась с журналистами. Уроженка села Тамалакан Верхневилюйского Улуса стала победительницей международного марафона «Европа-Азия-2016» по марафонскому бегу. Турнир завершился в Екатеринбурге. В забеге приняли участие 4000 человек из 17 стран мира. До последнего я надеялась, что я выступлю на Рио. Ну, так не получилось. Мы чуть-чуть поменяли план и стартовали в Екатеринбурге. Выбрали старт там, потому что там совпадало по срокам. Вот. Екатеринбург нас очень хорошо встретил. Нас разместили, встретили в аэропорту, проводили. Вот. И вообще организация Екатеринбургского марафона была на высшем уровне, хотя она проводится только второй раз. В прошлом году была первый марафон. Вот. Ну, я планирую выступать в Токио.